Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-Крошка, Фишмен, Даня, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, будет называться «Угадай, кто чужой». Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ой, я слышал. Слышал? Кого-то ударился. Да. Я тоже слышал. Так. А, надо было, наверное, вам цвета, да, какие-то кому-то сделать. Ну что, пацаны, как вы думаете, в кого же я вселился? Ну? Мне кажется, я в Димона. В Димона? Да, далеко от всех было, я всех видел. А, кстати, да, возможно такое, что это он. А может и нет. Вы хорошо подумаете? Кажется, Димон. Проголосуйте. Возьмите пистолет и за Димона. Да, цельтесь на кого вы думаете. Если нет, то нет, то не цельтесь. Что, вы все думаете, что это... Ага, нет. Вот, на красную. Опа, что это за рулетка с револьверами у нас? Новый режим. Пристрели. Или будь пристреленным. Вот так, да, получается у вас? И... Все, давайте точно решайте. 3, 2, 1. Да. Все получается тогда. Димон, ты что, должен проиграть тогда? Стреляйте в него. Это был не Димон. Это прискорбно. Я текаю, я валю, я валю. Я взял этого, в маленького превратился. Так, отлично. Че, вы меня наблюдаете? Под стол не вижу. Ах ты жопа. За это я тебя съем. Че получается, я выиграл? Давайте тогда вас всех убью и начинаем второй раунд. Давай, я должен убить желтого, потому что он виноват в том, что не того проголосовали. А вот, ты иди сюда. А, нет, это был не ты. Извини, обстоятельства. Я сейчас убью тебя. А ты пробежал меня. Не, я не здесь. Умный стал, да, сильно я вижу, Спанч Боб. Все возможно. А давай, давай, давай. А, да, я знаю, где ты. У меня всегда интуиция. А, кстати, у меня на карте все видны. А, вижу, вижу, вижу. Нет, это оранжевый. Это розовый. Ой-ой-ой, а, подожди, подожди. Да, я вижу, всю карту просвечивается. Но вот не вижу, что внутри. Ты, наверное, внутри, где-то в комнатах. Полетели. Да, в комнате. А, да блин, чё тебя не вижу нигде? Я тут зеленый бегает рядом. О, я нашел. Он меня нашел. Уходи отсюда. Уходи. Добежать, бежать. Ничего не нахожу. Красный. Все, я убежал. Смотрите, я уже всех увидел по 5 раз по кругу, а его не вижу. Крыса. Выходи. Я разозлился, я злой чужой. Меня всего лишь ломит. Мне очень честно. Смотрите, не нахожу. Ой-ой-ой. Вот он! Бежать! Это я! Бежать! Я всех сожрал, только не его! Я не съел. Нет. Отлично. Все, ребята, раунд номер 2. Погнали. Вижу кого-то. А, я не... А чё я не могу прыгнуть высоко? Там потолок не мешает. Так, 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 ножа... При своих нельзя вселяться же. Надо на нычку все красиво сделать. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Давайте сделаем 10 миллионов подписчиков. Вот это я именно мочу. Подписка, у меня нычка. А вы что, ныкаетесь от меня? Я нашел тебя. Эй! Я под стеклом. Димас, иди в хранилище. Да не, я хочу одного человека вселиться. А он постоянно убегает от меня. Кусь-кусь-кусь. Выпустите я меня. Я же тебя вижу. Я сижу, жду. Я не могу. Придется здесь... тебя... Возьми базуку, стрельни в ноги и выйдешь. Но только на тот свет. Слышу, слышу. Он за мной. Я же медом намазан тебе. Это, от тебя воняет говном. А я запах говна чую издалека. У тебя прям шлейф. А, Димас, ты вселился?
А я не знаю. Да, он вселился. А в кого? Сорян, тут Даня. Я вообще не понял, в кого я вселился. Он в меня вселился. Мне, в меня там труп. В тебя? За тем углом. Да. Я в Даню. Затем углом труп. Там труп был, затем меня. Даня умер. Не от этого. Кто за крошку? Направляйте в него пистолет. А вдруг он специально так, чтобы чужого сохранить? Ну что? И вы тогда опять все умрете. Два. Три. Убили крошку. Молодцы, молодцы. Все, я валю. Я валю. Так, прикольно получается. Вот он этот глист. Кто же компостер? Где-то здесь он. Было бы классно, если бы он мог быть вселенным в кого-то, и вот так наводиться и убивать кого-то. Вот это было вообще жирно. Согласен. Вот это был бы режим, самый крутой на планете. Может, ты уже вселился? Я уже вселился в одного из вас, да? Он просто ходит, я гуляет по карте. А, все, кнопка нажата, понял. Так, ну что, предположение. Мне кажется, это Даня. Я тоже так думаю. Жалко Даню. Хороший был человек. Да, голосуйте, да. Это был не Даня. Я бегу, пацаны, я вспомнил, у меня свои есть важные дела. Да, у вас есть шанс меня еще убить каким-то образом. Все. Так, я должен крошку выследить, конкретно его убить. Не. Да, потому что ты виноват, ты опять проголосовал не за того. А все слушали тебя. Обстоятельства. Не, какие это обстоятельства. На тебе обстоятельства, первый пошел. Меня все еще не убили это ни разу. Ни разу не убили тебя? Ну, теперь зря ты это сказал. Следующий. Кстати, сейчас будет раунд, когда вы будете оружие использовать против меня. Давайте мы его сделаем. Я прописываю килл и беру смертного челика себе. Все, берите себе оружие. Оружечку. Сейчас будет весело. Вот я хочу, чтобы посмотреть, как вы воюете. Кстати, обратите внимание, с нами записывают новый вообще игрок. Поэтому, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Ссылочка в описании. Все. 3, 2, 1. Начинается выживалка. Можете использовать любое оружие, кроме взрывоопасного и ядерных бомб. Так неинтересно. А, так тоже... Не-не-не-не-не-не-не. Так, я буду сейчас выслеживать. Я сейчас должен съесть зеленого. Зеленый, он мне очень нравится. Это я. Нет, это ты. Так, пацаны, внимательно смотрите, как я его сожру. Да, отлучайся от пацанов, ты должен сам находиться. Без никого. А, ты, блин, с ними, да? Эй, легче, ты как будто в меня стрельнул. Ты чё, меня видел? А ты... И туда. Всё, моя миссия выполнена. Фишман съеден. Ай, больно! Ты чё, чё у тебя за дробовик такой? С солью, что ли? Беги, Димка, беги! О, давайте так, я не могу, короче, прятаться в вентиляцию. Только так надо бегать мне. Снаружи. Так, внимательно смотрим. Кстати, хорошая нычка. Эй, меня чё, видно? Ты чё тут лазишь? Зря, это плохая тактика, очень плохая тактика. А вот это хорошая тактика. Так, ну давайте еще разочек. Покажу, на что я способен. Карта такая О, мне надо, короче, выбрать или наверху быть, или внизу. Здесь есть такое место. Так, это что? Это мне показалось, а? А, это зона вентиляции, где их видно с карты. Там, где я тебя убил, посмотри, где я. Прощай, зеленый. А ты его чё? Я видел, ты его убил.
теперь ты мусор. Вот он, ты в прогрейной комнате был. Эй, не пались! Эй, не ломай радио новое! Так, 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 я вижу, они зашли в комнату, зашли. Зря вы человека оставили здесь одного. Вот это вы психи, вы чё? Я чуть не обостротейшн. Нашел против тебя оружие. Я кнопку нажал. Слышь, у вас такие оружия грозные, я не могу вылазить. Вы меня сразу мочите, когда я вылажу. Отлично, так вкусненько поел. Я тебя прихватил. Чё, я в хранилище был, ты как меня тут убил? А, ты был в хранилище? Ах, зараза. Чё ты мне сделаешь? Надеюсь, вы догадаетесь, как меня убить. Я маньяка вижу, я вижу маньяка с ножом стоит. Стал видимый. Меня через стенку увидел. А потому что, а да, оно, кстати, видно, оно записи видно, знаешь, как такой, как полупрозрачный. Нечестно так зажимать. А чё ты не, а чё ты мне ничего не можешь сделать? Давайте потому что зайдем, ты со спауна убиваешь. О, я слышу, кто-то газом шумит мне. Эй, не палите меня! Ой-ой-ой. Ой, ой! Ты меня зажал! Гори. Я свалил, пацаны. Разгруппироваться. Так, вот тут хорошая местность. Мне очень нравится она. И, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!